Садитесь поудобнее. С небольшим упором назад. Прямо вот так. Руки лежат свободно, кому как удобнее. Закрывайте глазки. И ощутите свое тело для начала. Ощущайте свое тело, какое оно у вас. Голова, руки, ноги, туловище. Угу. Теперь ощутите пространство своего тела. Ощутите пространство комнаты. Стул, на котором сидите, кушетка, товарищей, звуки, запахи пространства. Возвращайтесь в свое тело, в пространство своего тела и отделяйте его от окружающего пространства. Убираем ощущения внешнего мира и уходим вглубь себя. И ощущаем свое тело, свои органы, мышцы, кости, ткани. Попробуйте ощутить все это вместе, единым паттерном. И представляйте, как ваше тело постепенно становится жидким, разжижается. Кости становятся жидкими, мышцы превращаются в жидкость, все органы, и появляется новая жидкостная структура. Все тело как бы мешок с водой. Побудьте в этом состоянии. Внутри вас жидкость. Обратите внимание, где есть жидкостная тяжесть, плотность. Чаще всего она или в ногах, или в больном органе. И попробуйте сейчас уравновеситься, создать нейтральность, чтобы все органы ощущались одинаково. Вы начинаете чувствовать, как внутри тела что-то происходит. Какое-то происходит движение, какая-то жизнь, органы и ткани общаются между собой, между ними происходит обмен. Вы уравновешиваетесь и потихонечку превращаетесь в каплю воды. Нигде нет напряжения, плотности, все едино, монолитно, капелька воды. Ваше тело — капля воды. Капля воды, которая вмещает в себя весь океан. И вы начинаете чувствовать океан вокруг вас. Не окружающий мир, а именно океан. И вы капелька в океане. Вы ощущаете себя капелькой в океане. Вокруг вас жидкая среда, не комната, а жидкость, много-много капелек. И вы соединяетесь с этим великим океаном и говорите ему: «Я твой». Сейчас в вас царствует спокойствие, уравновешенность, безмятежность, уверенность, знание, потенция. И вы больше не являетесь изолированной частичкой этого мира. Весь мир принадлежит вам. И вы его знаете. Как каждая капля знает весь океан. Вот такое состояние и есть состояние нейтральности. Постарайтесь его сохранить подольше, не выходите из него. Потихоньку открывайте глаза. Не выходя из состояния капельки, глаза открыты, но вы капелька. Внутри не органы, а жидкость.
открываем глазки. Воспринимаете, продолжайте воспринимать мир как жидкое образование, которое соединено тысячами невидимых жидкостных нитей между собой. И эти нити раскрывают суть этого мира. И вы являетесь его неотъемлемой частью. Именно в этом состоянии вы начинаете понимать, видеть суть этого жидкостного океана, в котором живете. Именно в таком состоянии вы научитесь его видеть, слышать, чувствовать, понимать и что-то в нем менять. Это основное состояние, которое нам понадобится на занятии.